Во дворце спорта «Триумф» прошел блиц-турнир по шахматам в память Олега Зильберта. Он был легендарным шахматистом и семикратным чемпионом городского округа Люберцы. Подробности турнира в сюжете Анастасии Кладиновой. Участники приехали из разных городов Подмосковья. Всего 64 человека. Идея проведения турнира имени Олега Зильберта принадлежит Валентине Ильиновой, вдове легендарного шахматиста. Мы открываем второй раз мемориал имени моего мужа Олега Зильберта. И я хочу сказать, что это для нас очень значимое событие. Первый раз оно было значимым, но сейчас мы видим, что это становится уже традицией в городе. Это очень приятно. Важным этот турнир был не только для родных легендарного шахматиста, но и для его друзей. Они приняли участие и почтили память дорогого им человека. Мы более 30 лет, Олег Абрамович, как только он приехал на Люберецкую землю, вот с тех пор, он кроме того, что участвовал там очень в массе каких-то международных соревнований, личных, он всегда 30 лет, он играл за Люберцы, играл на первой доске. Блиц по 5 минут и добавление к каждому ходу по 3 секунды. Всего 11 туров. Для победителя подготовили денежный приз и кубок, а для призеров медали и грамоты. Побороться за призовые места пришли не только взрослые, но и юные шахматисты. Я играю в шахматы 6 лет. Шахматная доска – это место, в котором ты можешь сделать все, что угодно. Ты можешь командовать фигурами на доске. Участие в турнире я решил принять, потому что здесь очень хорошие соперники, и с ними очень интересно играть. Памятные турниры имени Олега Зильберта планируют проводить ежегодно. Все результаты участников отправят в Федерацию шахмат России и внесут их в личные зачеты. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.